В селе Гурбуки Карабахтенского района на землях сельхозназначения выявлена стихийная свалка площадью 0,5 гектара. Ее обнаружили специалисты Россельхознадзора республики. Годом ранее эту же свалку силами местных властей и жителей села удалось ликвидировать. Однако сброс отходов возобновился. Это наносит значительный урон плодородному слою почвы и делает землю непригодной для ведения сельскохозяйственных работ. На администрацию села Гурбуки возбуждено административное производство. По итогам проведенных мероприятий в отношении администрации селения Гурбуки 18 июня текущего года возбуждено административное производство. В ближайшее время нарушителей будет приглашение управления Россельхознадзора для принятия соответствующих мер и составления протокола.